долю секунды забрался в чужую зону. 25 секунд на большинство у хозяев остается. Из своей зоны в чужую, но здесь, по крайней мере, надо опередить. И все равно не получится. Вдвоем против одного в меньшинстве. Шипачок, прекрасная передача. И один из лучших голкиперов нынешнего сезона демонстрирует себя по всей красе. Алексей Мурыгин. Ну, не зафиксировали проброс в этой ситуации. Пашнин отправлял шайбу из-за красной линии. А в результате вышли вдвоем против одного. Вадим Шипачок и Дадонов, противостояние, которое...